19 штатов отделились. Армия США перешла к активным боевым действиям. Белый дом вынес предупреждение силам Запада, а также Альянсу Флориды. Переизбранный на третий срок президент заверил граждан, что мятеж будет подавлен. Если что, зовите. Вы вообще в курсе? По всей Америке идет гражданская война. Это не наше дело. Хватит с нас новостей. Граждане Америки, так называемые силы Запада, Техас и Калифорния, понесли сокрушительное поражение от рук армии США. Господин президент, вы сожалеете о решении применить авиаудары против мирных граждан? Сегодня они пойдут на Вашингтон. Нам надо туда. В столице журналистов расстреливают на месте. Пойдем туда, погибнем. Подрыв. Я рисковала жизнью в горячих точках. Я просила, хватит. Надеялась, что моя страна меня услышит. Теперь война пришла в наш дом. Это какое-то недопонимание. Что? Мы все американцы, ясно? Окей. Откуда ты, американец? Забыл, да? Силы Запада доберутся до Белого дома уже к 4 июля. О, боже мой. Давай машину! Живо! Быстрее, быстрее, быстрее! Прошу, остановись. Только не сейчас. Одна нация под Богом. Неделимая, со свободой и справедливостью для всех. Давай, давай, давай! Боже, храни Америку. Падение империи.